Всем добрый день. Приятно вас видеть. У кого есть дети в зале? Вау! Как здорово! Ну и, конечно же, вы понимаете, как сложно подбирать для детей косметику. Потому что в первую очередь здесь важна безопасность. Мы изучили, из чего же сегодня состоит детская косметика. Как вы думаете? Она часто состоит из минеральных масел, а минеральная маска, она сушит кожу, она разрушает верхний липидный слой. И, конечно же, косметика с минеральным маслом, она, получается, еще делает кожу более тонкой. Парабены. В Европе даже для взрослой косметики парабены запрещены. В России в детскую косметику до сих пор добавляют парабены. Они обладают гормоноподобным действием и, конечно же, для детей не годятся. Синтетические эмульгаторы. Давайте с вами посмотрим пример обычного детского крема под подгузник. Что такое синтетический эмульгатор ПЭК? Это полиэтиленгликоль. Представьте слово полиэтилен. Мы наносим полиэтилен на кожу ребенка. Звучит ужасно. И посмотрите на состав этого крема. На третьем месте минеральная маска. В принципе, такой крем ничего не может дать детской коже. И поэтому с Greenway мы разработали специальную линейку, которая закрывает все базовые потребности малыша. Это шампунь, это детский крем, зубная паста. Зубная паста — это точно то, что даже вам нужно будет попробовать, потому что она очень вкусная. Смотрите, шампунь — это базовый просто продукт. Очень часто даже натуральные марки в шампунь добавляют кокамидопропилбетаин. Это растительный ПАВ, но он все равно вызывает чувствительность и раздражение детской кожи. Поэтому в Greenway мы использовали специальные ПАВы. Это кока-глюкозид и децилглюкозид. Они идут из кокосового масла, дают хорошую мягкую пену, но не сушат кожу. Они не спутывают волосы, они убирают молочные корочки. А экстракты способствуют заживлению, восстановлению нежной хрупкой кожи. Шампунь не сушит, шампунь не щиплет глазки, поэтому малышу будет принимать такую ванну в удовольствие. Ну и, конечно же, пена. Пена для малышей, потому что дети — это всегда радость. Всегда приятно, наверное, маме вечером купать малыша, поскольку это такое время отдыха и самой мамы. И, конечно же, пена обычно в промышленных магазинах, да, в промышленные продукты, она содержит лауретсульфат. Это очень агрессивный ПАВ, лауретсульфат тоже агрессивный ПАВ. Представляете, на 15 минут вы замачиваете малыша в жестких ПАВах, да, в тех же ПАВах, что и, например, средства для пола используются. А здесь у вас будет мягкая пена, которая не сушит кожу малыша, а экстракты календулы, дуба еще и способствуют восстановлению кожи. Эфирная маска лаванды стимулирует именно спокойное настроение малыша, и малышу легче будет заснуть. Потому что в детской косметике очень часто используются отдушки. Но вы знаете, что отдушки в организме человека накапливаются в течение 4 лет, и уже потом могут выдавать аллергию. Поэтому особенно важно для детей использовать гипоаллергенную косметику. И здесь у нас используется эфирное масло лаванды, которое не просто дает мягкий приятный аромат, но еще и успокаивает малыша эффектом ароматерапии. И зубная паста. Это классный продукт, пробовали всей командой. Когда пробуешь, хочется еще. Вот это про то, когда малышей сложно заставить чистить зубы. Но это не только про вкус. В первую очередь, за что здесь отвечает вкус? Здесь самое главное, не используется сахаринат натрия. Очень часто в зубных пастах используется дешевый подсластитель. Здесь у нас идет ксилит. Ксилит не просто подслащивает нашу пасту, он еще и антикариозным действием обладает. Но самый главный актив в этой зубной пасте – это гидроксиапатит. Он заменяет собой фтор. Фтор в некоторых регионах не рекомендуется использовать, потому что вода содержит фтор. А гидроксиапатит заменяет фтор. То есть он восстанавливает зубную эмаль на стадии белого пятна, когда кариес на стадии белого пятна. То есть получается, эта зубная паста будет восстанавливать эмаль малыша, и вам меньше нужно будет ходить к стоматологу. Мы добавили в эту пасту усилитель очищения. Это мягкий диоксид кремния. Вы знаете, что 3 минуты невозможно ребенка заставить чистить? Знаете такую проблему? А здесь есть усилитель очищения неабразивный, который позволяет очистить зубы за 1 минуту. Ну и, конечно же, экстракты. Экстракт солодки, экстракт календулы — это экстракты, которые
действительно антикариозным действием обладают и бактерицидным. То есть здесь идут те экстракты, которые идут в рабочей дозе. То есть они не просто для этикетки там, в низком проценте. Таким образом, для малышей эта зубная паста действительно будет гарантом того, что зубки будут хорошие, не нужно будет ходить к стоматологу лишний раз. Молочко для тела увлажняющее. На самом деле продукт, который, я думаю, полюбят не только малыши, но и мамы. Поскольку, как вы заметили, здесь нету никаких пегов и минеральных масел. Продукт очень приятно наносится кожу и распределяется. А экстракты дуба, календулы, маска пшеничных зародышей и шиповника. И за счет именно даже самих этих масел кожа очень быстро заживает. В течение 3 дней, даже если какие-то порезы будут у малыша. Ну и, конечно же, самый лучший продукт, я думаю, его даже просто женщины оценят, это детский крем. Он создает такую невидимую защиту, когда вы его на руки наносите. Вот. Он может использоваться даже как крем под подгузник. Из чего состоит обычно детский крем под подгузник? Из цинка или диоксида титана. Диоксид титана вообще хотят выводить даже из взрослой косметики. А тут мы используем экстракт овса, который создает вот этот барьер от влаги, да, который нужен под подгузником. И получается, что этот крем очень хорошо заживляет кожу, а экстракт босфелии снимает покраснение в течение 5 минут. У детей очень чувствительная кожа, поэтому такой крем, он поможет и аллергические проявления снять, и восстановить сухую кожу, и повреждения. Поэтому обязательно его используйте и зимой, и летом. Ну и, конечно же, эти продукты подходят для самых маленьких, но обязательно пробуйте их и сами, поскольку они идут для самой нежной кожи. Они очень мягкие, а в России более 50 людей имеют сухую кожу. Поэтому спасибо, что вы с нами. Обязательно пробуйте и дарите эти продукты своим самым ценным созданиям. Спасибо.